Кинера – один из заслуженно набирающих обороты китайских брендов. Название, правда, смахивает на японское, но это не главное. В первую очередь Кинера заявили о себе моделью H3. Это трехдрайверная гибридная модель, с которой они красиво ворвались на рынок персонального аудио. Кинера и Дун – доработанные и усовершенствованные H3. Наушники поставляются в строгой и презентабельной коробке шестиугольной формы. Золотыми буквами написано «Идун» и ушные мониторы высокого разрешения. Внутри круглая шкатулка в виде шайбы. Комплект поставки. Наушники и горсть силиконовых амбушюр разных размеров. Для начала придется подобрать свой размер. От этого будет зависеть комфорт посадки и уровень пассивной шумоизоляции. В нашем случае это лазурный акриловый корпус. Производитель на выбор предлагает и другие не менее привлекательные цвета. Специальная форма корпуса обеспечивает комфорт при длительных прослушиваниях. Акриловый материал легкий, при этом жесткий и прочный. Сквозь него можно разглядеть результат работы китайских инженеров. На плоскости чашек вырисовывается золотой логотип Кинера. Полупрозрачный корпус создает своего рода интригу и подчеркивает общее впечатление от дизайна. Конструкция собрана практически без швов. Наушники могут показаться габаритными, но я бы назвал их лаконичными. Из уха они выступают чуть-чуть, со стороны это смотрится довольно тонко. Шумоизоляция на уровне примерно 7 из 10. Этого с головой хватает для поездок в маршрутке или метро. Заушное крепление не дает наушнику проворачиваться в ушах и не дает им выпадать. С недавних пор я стал поклонником именно такого крепления. Кабель здесь съемный. Всегда можно купить и поставить любой другой. Трехголосие гибридом задает пара балансных арматур и один динамический драйвер. Арматуры работают над передачей средних и высоких частот, а низа отрабатывает динамическая мембрана. Звучание в общих чертах я опишу как теплое и легкое. Только басхедом они не придутся ко двору. На самом деле низкие частоты здесь свою линию отрабатывают должным образом. Где это нужно в треках, бас вступает четко и не высовывается за грань своей стихии. Особый сок в гибридах средние и высокие. Одинаково завораживает классическая музыка в исполнении симфонического оркестра, живые выступления групп золотой эры рок-н-ролла, так и музыка современных течений. Даже рядовой слушатель в Кинера поймет, о какой ширине сцены идет речь. Отчетливо слышен каждый инструмент, линия вокала и работа бэк-вокалистов. Детальность явно опережает свою стоимость. Их не просто слепили вместе, а филигранно объединили. Хендмейд чистой воды. Кинера и Дун снабдили кабелем с двухпиновым разъемом. Они не так распространены, как MMCX, зато в чем-то даже надежней. Сам кабель посеребренный, плетеный, прочный, с мягкой оплеткой. На ходу и во время прослушивания дома микрофонный эффект я не замечал. При необходимости быстро сматывается, в кармане не запутывается. Обычно кабели такого уровня не ставят на наушники за $150, но Kinera и Dun – исключение. С этими наушниками покупать кастомный кабель для прокачки точно не придется. Сопротивление наушников 32 Ом. Легко подружится даже с вашим смартфоном. С моим они сыгрались вполне. Для полного раскрытия саунда лучше взять что-то из хай-файных плееров. Я бы окрестил Kinera и Dun наушниками на все 100. Они бросают вызов всем внутриканалкам ценой в районе $200. В свое время 100% людей, послушавших H3, остались довольны. А здесь усовершенствованный вариант и так отличных наушников. Приятная эргономика, легкая конструкция, удобная посадка, отличный кабель. А главное, 100% гибридное воплощение наушников вылилось в бомбическое звучание, опережающее свою стоимость. Послушать Kinera и Dun вы можете в наших аудиосалонах в Киеве и Днепре. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарии.